Вопрос безопасности и стабильности в регионе является ключевым для Абхазии на международных женевских дискуссиях по вопросам Закавказья, заявил в четверг министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба. 15 октября в Женеве начинаются международные консультации по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Мы не должны забывать, что главной целью переговоров является все-таки подписание соглашения о неприменении силы. Вопросы экологии и культурного наследия, конечно, важны, однако политические аспекты и вопрос безопасности являются ключевым для нас. И главной целью является подписание соответствующих документов ООН и другими силами, между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией, стратегическая цель, к которой мы идем и о которой мы не забываем, сказал Чирикба. Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года. На сегодняшний день это единственный диалоговый формат для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.